Cain, do not be afraid. Huh? What magic is this? I am using the Whisper, Cain, a natural ability of vampires. In this way, we can keep in contact even over great distances. Yes, I remember now. She had been in my thoughts. I almost believed I had called her myself. Never fear. I cannot read your thoughts, but only speak into your mind and hear you in return. Now, proceed down this street. I shall be waiting. Не бойся, Каин. Что? Что это за магия? Я говорю шепотом, Каин. Это природный дар всех вампиров. Так мы можем общаться даже на очень большом расстоянии. Да, теперь я вспомнил. Ее голос был прямо в моем сознании. Возможно, я сам хотел ее услышать. Не переживай. Я не могу читать твои мысли, только говорить с тобой и слышать твои ответы. Следуй за мной вниз по улице. Каин, не бойся. Это какая-то магия. Я использую шепот. При помощи его вампиры могут незаметно общаться, даже на большом расстоянии. Да, я вспоминаю. Я думал о ней и почти поверил, что сам призвал ее. Никогда не бойся. Я не могу читать твои мысли, но только говорить с твоим сердцем и слышать его ответы. Иди вниз по улице. Я буду ждать тебя. Каин, не бойся. Это какая-то магия. Я использую шепот. При помощи...